От недуга исцеляет и усталость прогоняет, силы свежие дает и друзей за стол зовет. С благодарностью весь мир славит чудо-эликсир. Речь идет об ароматном напитке, о чае. Сегодня узнаем, как пить чай красиво. Самое главное правило – чай надо пить не спеша, маленькими глотками. Но не следует и слишком медлить, чтобы напиток не остыл. Бывает, что к чаю подается сахарница. К сахарнице обычно подается ложечка специально. Этой ложечкой вы накладываете себе сахар в чай. Также бывает, что к чаю подается сахар рафинированный, и к нему прилагаются щипчики. Сахар кладут в чашку, стараясь не расплескать напиток. Кусочки рафинада не следует силой размешивать. Нужно подождать, когда они растворятся сами. Не следует сильно размешивать сахар, стуча при этом ложкой по стенкам чашки. Размешивать нужно бесшумно, после чего ложку нужно аккуратно положить, ну не на стол, а на блюдце. Если чаепитие происходит не за столом, а в кресле, например, чашку с чаем нужно держать в правой руке, а блюдце в левой. Можно освободить правую руку, чашку на время поставить на блюдце и при необходимости снова взять ее. Чтобы добавить в чай дополнительный ингредиент, например, бальзам или сироп, его вначале добавляют в чайную ложку, а затем уже в чай. Ломтики лимона берут специальной вилкой или накалывают на шпажку. Лимон не должен плавать в чае. Из него с помощью ложки сразу выдавливают сок. Все, что осталось, кладут на край блюдца. И, конечно, доедать эти остатки, согласно этикету, не следует. Он тонизирует и поднимает настроение, а также является верным спутником беседы. И стоит ли говорить, что миллионы людей практически всех стран начинают утро с чашечки горячего ароматного чая? С вами была Екатерина Маслова. До встречи!